Страсти и фобии глашатая революции, о чем не напишут в учебниках о Маяковском. Маяковский хотел неприличное сделать приличным и сочинил с товарищами стихотворную советскую азбуку. Однако из-за фривольного содержания машинистка отказалась перепечатывать текст. Когда в 20-х годах начались гонения на Ахматову, Маяковский раскритиковал поэтессу. Он даже предлагал запретить ей писать, пока не исправится, хотя при этом любил ее стихи и нередко сам их читал. Долгое время глашатай народной революции был в свободных отношениях со своей музой Лилией Брик. Он жил с ней и ее мужем и даже обеспечивал их. Сама же Лилечка нередко забавлялась над поэтом и доводила его до истерики. Маяковский страдал гермофобией, поэтому всегда носил с собой мыльницу и постоянно мыл руки. Еще он боялся иголок и других колющих предметов. Маяковский был азартным человеком. Он обожал бильярд и карты. Однажды он проигрался до нитки и написал расписку сопернику с обязательством отдать гонорар за следующий сборник стихов. Читайте и слушайте на MyBook. Скидка в комментариях.